Здравствуйте, друзья! Вечернее письмецо. Здравствуйте, Михаил. Вы не раз говорили, что спрашивать, сколько человек зарабатывает, не принято. Ну, допустим. А о доходах и перспективах судят по роду деятельности. Ну, допустим. Вопрос о том, как люди собирают информацию для таких суждений. Действительно. Есть Glassdoor и подобные сервисы, но, судя по статистике из моей сферы, 3D-графика, верхняя планка зарплат занижена на 20-40%. Тот же Glassdoor говорит, что верхняя планка для QA-инженеров в Сан-Франциско 107 тысяч, в то время как, рассказывая про успех своих студентов, вы озвучивали большие суммы, что-то порядка 135 тысяч. Ну, безусловно, это не 107, конечно, даже близко нет. То есть статистика профильных сервисов неприлично искажает реальную картину. Да, таки да. Или есть какие-то общепонятные вещи, которые помогают дополнять картину по такой статистике. Или я что-то делаю не так. Так как же все-таки люди собирают подобную информацию? Ну, давайте поговорим о чем. Действительно, тема-то хорошая. Значит, когда мы говорим про веб-сервисы всякие, которые дают информацию. Дело в том, что вся эта информация заполняется там на добровольной основе теми, кто хочет заполнить эту информацию. Вы должны также понимать при этом, что человек, который это делает, он поступает как бы абсолютно неэтично. Понимаете, есть вещи, которые вы не должны рассказывать там о своей компании. Например, вот я не могу пойти, ну то есть некоторые могут, конечно, вот скажем, пойти на какой-нибудь публичный форум и рассказать, что вот там, недавно там на бэкэнд сервере там случились какие-то проблемы, из-за этого 10 тысяч, значит, там пользователей были отключены на 2 часа, а компания об этом никому не рассказывает, а я вот вам рассказываю. Понимаете, за такие вещи увольнять надо. И безусловно, за такие вещи увольняют, если они становятся известными. Поэтому вся вот эта анонимность, она как бы, еще раз, человек этичен или не этичен, независимо от того, как сказать, какие у него есть возможности быть неэтичным. То есть этичный человек, даже когда он может скрыться там туда и сюда, он продолжает быть этичным. Таким образом, вы имеете дело с информацией статистической, которая на добровольной основе заполняется людьми определенного плана. Понимаете? Вот, допустим, вы пошли, если мы говорим по такой сайт, как Glassdoor, вы пошли на такой, на интервью в компанию, там, я не знаю, Apple, и были там в такой-то бригаде, и вам задали вот такие-то вопросы. Но дальше вы идете на Glassdoor и публикуете вопросы, которые вам задали там на интервью. Дело в том, что если бы там компания, да, которая это делает, вас приглашает, вопросы вам задают и так далее, если они, например, узнают, что вы это делаете, вы никогда там работы не получите. Понимаете, да? То есть вы действуете против этой компании. В чьих интересах вы действуете? В интересах людей, которые хотят получить работу в этой компании нечестным путем. Нечестным. Это нечестно. Вы должны прийти и отвечать на вопросы. Никто не предполагает, что вы заранее подготовились, пришли и там выучили и ответили на эти вопросы. Предполагается, что вы на равных с другими участниками это делаете. Поэтому одни нечестные люди помогают другим нечестным людям закосить под что-то такое и так далее. Я, еще раз, я не то, чтобы кого-то там лично или там что-то, если вы пользуетесь и вам нравится, вы думаете, что вы там хорошо поступаете, это ваше дело. Я просто вам рассказываю, как к этому относятся те люди, которых вы обманываете. Если они узнают, что вы это делаете, да, то они, соответственно, вас просто выбросят из этого процесса. Они скажут, это человек, который нам не подходит. Мы его не хотим брать, мы не знаем, что он на самом деле знает и так далее. Так вот, получается, вот, значит, есть определенная категория людей. Так? Это часть тех, кто работает в индустрии. Некоторая часть. Ну, какая это часть? Мы ее не характеризуем, но, в общем, догадываемся. И они, соответственно, там говорят, сколько они получают денег. Ну, хорошо. Значит, есть разные
виды экспертизы. Понимаете, если бы, например, вы посмотрели на какую-то статистику, которую собирает Department of Labor Statistics, да, а это как бы ветвь government, значит, соответственно, они имеют доступ к W2, там, к налоговым всяким формам и так далее, они, по идее, если бы хотели это сделать, то есть, может быть, они это делают, но не очень публикуют, но они могли бы вам очень точно сказать, кто, сколько, где там и так далее. То есть это абсолютно доступная информация, если у вас есть право на доступ к ней. То есть она существует. Но дальше начинается... Есть, например, хороший, я считаю, гораздо более точный обзор, который делается на DICE. Вот компания DICE, она все время публикует. Раз в год где-то происходит, по-моему, в феврале, может быть, сейчас вот прямо должен быть на днях, может, уже вышел, я проверю. И, значит, вы можете написать там DICE, Salary Survey, как-то вот так оно. Вот в прошлом году точно был, в 15-м году был, то ли в феврале, то ли в марте, я уж и не помню. Я рассказывал где-то на одном из наших, в одном из наших видео, даже ссылочку туда давал. DICE там... Как-то они это тоже делают. Я не знаю, там, как они это делают. Я не вникал в методику определения этого дела. Вы можете пойти на 5 разных сайтов, которые этим занимаются. Salary.com, пожалуйста, вот есть такой. И тоже это, в общем-то, на добровольно заполняемом там и так далее. Это все носит относительный характер. Я помню, был случай на форуме «Говорим про ЕС», что ли. Что-то меня спрашивали, сколько там тестер получает. Я ведь про тестеров, которые что-то получают, знаю только в том смысле, в каком общаюсь со своими студентами. Но у нас их много. Ну, то есть очень много. И, соответственно, я, в общем, так знаю, сколько люди получают. Я знаю примерно этих людей, как бы уровень квалификации там и так далее. Конечно, они получают больше, чем если бы они, например, то же самое делали, не учась в нашей школе. Если бы их никто не научил, как получить больше денег, понимаете, как отвечать на вопросы на интервью и так далее. Наверное, они получают больше. Это как бы узкая группа относительно всего того, что есть на рынке. Те, кто у нас учились, это группа специфическая, в том смысле, что они побольше получают при прочих равных, да, потому что они обучены это делать. Но... И мне как-то там вот говорят на форуме, там мне написали, что вот, вы вот такие данные приводите, значит... А вот на какие источники вы можете сослаться? И я думаю, я начал думать, вот источники, да. И они говорят, это противоречит. И вот мне одну ссылку, другую ссылку, я там противоречу, я здесь противоречу. Я думаю, а хрен ли они мне голову морочат? Я сам первоисточник. Понимаете? Я сам первоисточник. Зачем мне эти первоисточники, если я сам собираю эту информацию, и она у меня каким-то образом вот, значит, тут оседает? И на меня ссылаются там на DICE, есть статья там со мной, интервью, и там на Монстре была со мной, не знаю, куда-то делать они там как-то давно было дело, и они когда переделывали сайт, куда-то все это сгинуло. Но я к чему говорю, что я сам первоисточник. Ну, не знаю. Значит, как узнать? Ну, разговариваешь с разными людьми, и вот так и знаешь. А другого способа нет. И всегда делаешь скидку на то, откуда взялась информация, так далее. Что я могу сказать? Вот недавно была статья в том самом, в Блумберге. Была статья, значит, там сортировали по заработкам в IT, сортировали, там города шли в каком-то порядке. И вот я тогда для себя удивился, что Сакраменто идет на 5-м месте по заработкам в IT. Там ведь очень низкая стоимость жизни. А на первом месте там было Сан-Хосе, потом Сан-Франциско, где-то там Сиэтл был, там и еще какие-то места были, я сейчас не помню. Но вот Сакраменто был 5-м. Я думаю, нифига себе, классно как. Значит, и там цифры приводились. Вот средний заработок такой, 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 такой. И я сейчас, вот убей, не помню, упоминали ли они вообще, как они это вычисляли, откуда были данные. Или, наверное, они на кого-то ссылались. Но там были конкретные цифры. Вот там в среднем там по Сан-Франциско там типа 117 тысяч, а вот там по Сакраменто 98. Я думаю, вроде бы 20 тысяч, но так вот я там прикидывал. Поэтому, что тут скажешь? Вот для меня существенным было
то, что они все были по одной шкале выстроены. И, соответственно, мы знаем, что Сакраменто пятый. Может быть, там плюс 10 тысяч, а может быть, минус 10 тысяч в год, но все равно вот он пятый. Когда вы хотите узнать, сколько люди получают, это еще сильно зависит от того, насколько люди в состоянии, ну, что называется, поторговаться немножко. Один и тот же человек, вот с одним и тем же там набором навыков. Ну, я не знаю, там, скажем, программистом на Питоне, там, 7 лет опыта. Приезжает из, там, я не знаю, откуда-то, из России, допустим. Ищет первую работу. Он может получить 120 тысяч и согласиться на нее, потому что у него в этот момент нет другой работы. Он может и 150 тысяч получить. Я видел людей, которые получали вот несколько офферов от 120 до 150, например. Тот же самый человек. Но у нас был молодой парень, ему 17 лет вообще было. 17. То есть ему 17 исполнилось, пока он в школе учился. И он был на практике, и ему предложили там постоянную позицию, но он не знал, предложат ему или не предложат. И пошел искать работу. И ему предложили в очень известной компании, очень. А он на практике занимался автоматическим тестированием, причем парнище такой, будь здоров. Вот, значит, и он так не производит впечатление 17-летнего. Он такой, как бы, крупный парень, высокий, выше меня ростом, косая сажень в плечах такой. Ну, и ему предложили, что там было, $40 в час. Известная очень компания. $40 в час. Он доторговался до 60. Вот понимаете, другой бы взял 40 и пошел, счастливый, как я не знаю что. Представляете, 40 тысяч, а парню-то еще только 17 лет. А этот доторговался до 60 и в итоге не взял, а пошел в другое место. Там было меньше денег, но там, как бы сказать, были соображения, по которым он предпочел остаться вот в том, а не в этом. Вот, вот разница, значит, соответственно, 80 тысяч в год или 120 тысяч в год. Вот сколько получает человек. То есть в том смысле, в каком вас... Да, изучающих рынок, ситуацию там и так далее, в том смысле, в каком вас это все интересует, вы должны понимать, что есть некоторая вилка, и ваше место в этой вилке может быть очень и очень как бы разным, и никто не знает, никто не может вам сказать заранее, где вы в этой самой вилке. Больше того, если вы приехали, и вы как бы новенький в этой стране, и вот, ну вот взял первую работу, там, какая была, такую взял. Скорее всего, это не было самое лучшее, что было в этот момент на рынке. Но прошел год, пошел дальше. И уже взял по рыночному. Уже все, ты уже тут. И ты уже местный, ты уже работаешь, ты уже говоришь там на том же языке, ты выглядишь по-другому. И так, ну, получил. Что, обязательно надо с первого дня, что ли, вот по максимуму получить? Я не знаю. Я не вижу в этом, как сказать, достойной цели, ради которой, вот, я не знаю, там, стоит жизнь положить или что-то такое. Как бы, вот, понимаешь, не прогадать. Есть две абсолютно разные жизненные ситуации. Ситуация первая, у тебя работы нет. И ты берешь ту работу, которая есть. Вот она была, и ты ее взял. Ну, идеально, если ты сгенерил там несколько офферов и выбрал лучшие и так далее. Вот ты ее взял. Дальше ситуация меняется на ситуацию номер два, которая говорит, у меня есть работа. Я хочу лучше. И ты уже не спешишь никуда. И ты уже можешь попросить побольше. Может быть, даже больше, чем... Знаете, глаза аж прикрыл и попросил побольше. Понимаете, и так бывает. Вот, поэтому дали не обязательно соглашаться. Вот ты думал, что твоя цена там 120. Попросил 140, а тебе дали. Не обязательно соглашаться. Скажите, спасибо большое, я подумаю. Просите 150, просите 160. Ну, если вы такой, как бы, исследователь, вот, как бы, максимума, текущего максимума. Ну, ну, пожалуйста, есть такие люди, они вот бьются там за каждый цент, я не знаю. Такие тоже есть. Поэтому вот я бы так рассказал. Никакого доверия принципиального к этим цифрам у вас быть не должно. Но относительно, понимаете? DICE написал, Monster написал. Но это хотя бы солидные источники. То есть, безусловно, Monster и DICE гораздо более солидные по сравнению с тем, как вот, допустим, там, ну, люди какие-то на каких-то веб-сайтах заполняют информацию, как бы,
действуя против тех компаний, где они работают и так далее. Это совсем ужасно, я считаю. Но дело не в этом. Так что считаем, что тема закрыта. Счастливо!